Она была шлюхой. Скажи ей это. Они убьют всех пассажиров, чтобы добраться до меня. Мне надо выбраться из этого самолета. Думай, черт побери! В кабине пилота есть аварийный люк и парашюты. Доброго времени суток, ребята. Так, сделаю немножко потише, а то слышу, что меня не слышно. Так, это обратно, не туда немножечко зашел. Так. Музыка вот еще где-то вот так сделаем. Яркость, может быть, поднимем. Звуковые эффекты тоже ниже. И видеоставок. Когда девушка пересекает речку. Вот так пускай будет. Итак, еще раз повторю. Доброго времени суток всем. С вами Нурулес. Прохождение особо опасен. Игра по одноименному фильму. И это четвертая часть. Четвертая миссия. Можно так сказать. Потому как игра делится на миссии. Ой, блин. Так. Меня валят. Я, конечно же, давненько не играл. Потому как все мои сохранения слетели. У меня полетела винда, и сохранения по игрушке слетели. Как оказалось, все сохранения хранились на диске C. И вот так вот все пропало. Так что я вот заново установил. Конечно же, немножечко поиграл. Вспомнил, как, что, куда, и прошел первые три миссии. Так что пока что все заебись. Я себе руку набил на игре. Так, сейчас. А как это мы идем? Как-то шли к другой машине, сейчас куда-то начали. Вот этот чувак, труп. И в принципе что-то мы не в ту сторону идем. Как-то неправильно поставили этот ролик. Плюс меня еще так напрягло, что что в машине сидел какой-то ребенок. Потому что, ну, мне показалось, что какой-то малой. Вот, ножиком будем ебашить. Потому как, блин, в игре, насколько, если вы играли, знаете, резкость очень большая, поэтому не очень удобно играть вот так перестрелками. Очень долго приходится целиться. Вот, блин. Так, сейчас будем как-то. Так, какие-то шняшки нашел. Так, а это что было? Так, похоже, звук опять поднялся или что? Нет, это... Тогда я не понимаю, в чем смысл вот этого всего был только что. Блин.
гасить по возможности. По-хитрому будем действовать. Оу, блин. Крыса. О, вот это был новый приемчик. Пока что первый раз вижу такой вот. Ну вот так, чтобы знал. Стоять. Ах ты ж сука. Жаль, что невозможно собрать их пушки. Это плохо. Но было бы интересно далеко погонять за автоматиком. Посмотреть, что они еще способны. А так запрещает много чего. Так, ух, восстановиться, а то меня повредили отлично. Какой крик был? Да, капец. Так, ничего, сейчас начну я с контрольной точки. Вау, блин, а чё так далеко забросили? Они чё, вообще охуели? Так, взяли заложника, попробуем заложника, может получится только пройти. Так.
Воу, сучка, он бьет. Двойником. Вот это хотя бы их уничтожает с одного раза. Так что проще подойти в ближний бой и уничтожить их. Последний парашют у меня. Тебе отсюда не выбраться. Почему ты это делаешь? Элис была бы жива, если бы ты не посеял в ее теле свое семя. У этого семени есть имя. Да, я знаю, Уэсли. У меня кое-что есть для него. Вот это. Сукин сын. Всего лишь смертный. Или хочешь научиться летать? Черт, я не умею летать, ублюдок, зато я умею пилотировать. Так, похоже, мы обратно идем тем же путем, только уже в слоумом. Найди двух оставшихся стражей, и ты узнаешь, куда должны перевести чикагский станок. Это правда, что у бессмертного была пуля, на которой выгравировано мое имя? Да, это правда. Откуда вы знаете? Мое творение. Парижское братство заказало сотню таких. Я встречаюсь с их покупателем, человеком по имени Брумель, через полчаса. Хочешь пойти со мной?